Всем огромный привет! Сегодня готовлю домашний хлеб по самому простому и быстрому рецепту. Рецепт настолько прост, что проще просто не бывает. Не нужно тесто долго вымешивать, нужно просто все перемешать и оставить для подъема на 2 часа, и можно выпекать. В миску вливаем 370 мл теплой воды. Добавляем 1,5 чайной ложки соли без горки и перемешиваем. Отмерим 500 грамм муки. Добавляем сухие дрожжи 7 грамм и перемешиваем. Можно добавить сырые дрожжи. Если добавляю сырые дрожжи, то добавляю 10 грамм. Растворяю в воде и оставляю на 10-15 минут, чтобы убедиться, что дрожжи рабочие. Добавляем муку с дрожжами в теплую воду с солью. Сахар я не добавляю. И перемешиваем все ложкой. Теперь накрываем полотенцем или пищевой пленкой и оставляем на 2 часа в теплом месте. Я ставлю в духовку и устанавливаю там температуру 40-50 градусов. Прошло 2 часа. Тесто хорошо увеличилось в объеме в 2-3 раза. Стол хорошо присыпаем мукой, кладем тесто на стол. Тесто обминаем. Теперь руками делаем небольшую лепешку и собираем как мешочек. Кладем в форму, лучше брать для хлеба толстостенную форму, подойдет сковорода, я беру казан. Смазываю маслом, присыпаю мукой, лишнюю стряхиваю. Кладу тесто в форму и оставляю на 30 минут для расстойки. Обязательно в духовку ставлю на низ небольшой противень с водой, чтобы в духовке была влажность. Включаю температуру 180 градусов и выпекаю 40-45 минут до готовности. Готовый хлеб сразу достаем из формы. Заворачиваем в полотенце и даем хлебу полностью остыть. Теперь, когда хлеб полностью остыл, можно разрезать и подавать к столу. Хлеб хорошо режется и совсем не крошится. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях и напишите в комментарии, понравился ли вам рецепт и будете ли вы готовить. Хочу знать, насколько полезен вам данный рецепт. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!